ударов не задам. Yeah, boy. Привет, с вами Мигос. Только что за душу Олдрика взял вот этот лук. Называется лук Темной Луны. Душа, кстати, тоже называлась Темной Луны, что странно, потому что очень похоже на Гвиндолина Темное Солнце, только здесь Темная Луна. Может быть, Гвиндолин все-таки переродился бабой. Может, повезло пацану-таки. Так, выстрел Темной Луны у него, магия. Это был выстрел Темной Луны, не правда ли? Не правда ли потрясающе? Вот это номер. На самом деле, по дамагу лук полное говнище, по-моему, ну, 36. Ну, если, может, вы ловкость... Нет, хер с ней с ловкостью, тут еще и ученость нужна. 36 плюс 3, 44 плюс 3. Это, ну, вместе это получается сколько? Даже сотки не получается. Просто вообще. Просто не понимаю, зачем. Ну, 4-5 веса зато. Зато магический урон, а здесь уже 120. Но здесь тремя точками точнули, правда, уже. Ну, естественно, мерцающим титанитом будет точиться этот лук, что расточительство мерцающих титанитов. Потому что я сомневаюсь, что есть где-то человек, который прошел игру лучником. Боже мой, кто этот герой? Да никто. Потому что, ну, это, в принципе, практически, наверное, невозможно. И прикола в этом, скорее всего, тоже никакого нет. Если вот магом, маг тоже самое, дальняя атака, только дамаг наносит. А здесь просто лук, просто стрелы разные, там длинные, короткие, магические. Плюс стрелы еще денег стоят. Плюс лук не закаливается, как я понял. То есть, ну, может, есть 2,5 фаната, которые прошли игру с помощью луков, наверняка, под запись или под стрим. Но я думаю, что обычные геймеры лук носят только как вторичное оружие, которое им нужно для чего-то такого типа выманивать там. Огненного демона заковырять, может быть, тоже лук. Лук хорошо поможет, но для того, чтобы биться с мобами, со всякими с боссами с помощью лука постоянно... Луки в этой игре как бы кисловаты, наверное. Не, это оптимально разбойником, если играешь. То есть с кинжальчиком, с ножичком. Здрасте. Вот, там у тебя ловкости до хрена. Можно хоть лук, хоть не лук. Хоть лук, хоть чеснок, блядь, берешь. И в атаку. Блядь. Гаргуль, ты что? Кстати, гаргуль стал слабее, но мосту, по-моему, был более живучая особь. Так, еще гаргуль. Тут какая-то лестница, которую я вообще не понял, куда она ведет. Чаша. Да ладно. Это то самое место, куда в первой части герой чашу установил? Храм подземных змеев этот, это его так переделали. Ничего себе у них перепланировка. С Жеком хоть согласовали. Вообще жесть. Ах ты, сука. Не, я смотрю, что игра изо всех сил пытается давить на ностальгию. Постоянно отсылки какие-то. Стой, сука, поймаю, убью. Да, внизу... Вниз, ну, можно упасть, там не так высоко выживешь, скорее всего. Но я думаю, что там опять крабы или говно какое-нибудь. Что-то из того, с чем я не очень хочу О-о-о. Так, либо это можно обойти, либо это нужно перепрыгнуть. В этой игре во многих людях просыпается какой-то странный интерес к луту. Для них цель игры — это весь лут собрать, посмотреть, где же он лежит лучший. Ну, да, обошел. Блять. Так, и... погодите, а как же вниз-то поп... Ага. А вот он и спустился. И... О,
Опять эти сикарахи тут ползают. Ну, понятно. Как говорится, эту гниду мы знаем. Комок цветущего пурпурного мха. Видимо, там, сука, травят нихерово. Вот эта баба с волосами, она живая. Да не все живые. Бля, высота такая, что вот ты спрыгнешь, назад уже... А это что такое? Никак он из арбалета уже прицелился вам, не кажется? Нет. У него оружие огнем зачарованное. И он как бы стоит его типа наготове держит, судя по всему. Блять, в таргет не захватить. Достал все-таки, уебенил. Ох ты, блядь, такая. Токсин, Максин, чё? Ух! Токсин, смотри, чё сносит. Камень очищалова. Ну, я вам скажу, тут токсин... Тут тогда не напасешься этого мха, если токсин так быстро травит. Урона от тьмы. Тьма, блядь. К отравлению. Хотя отравление и токсин, по-моему, здесь разные вещи. Точно мы уже, наверное, не узнаем, блядь. Отравление — это когда в этой части на тебя червей каких накладывают, глистов. Вот это отравление. А токсин? Ну он тоже, блядь, к отравлению приводит. Странно вообще. Видимо, в этой локации здесь внизу просто надо тратить эстуса. Так, а чё у нас, блядь, за пещерка тут? В этой пещерке, я думаю, кто-то и покруче водится, судя по всему, да? Тут любят с потолка в этой части спрыгивать всякие, блядь. Паучата. Говно всякое. Но тут вроде потолок прослеживается, ничего тут вроде нет. Опять главный герой не бегает. Отравленный самоцвет, ну, блядь. Под конец игры ложить какие-то самоцветы. Когда уже, в принципе, с пушкой герой, скорее всего, определился. Огонь тут хорошо... О, проклятого укуса кольцо, что-то знакомое. К проклятию. Может, тут проклинают? Да, проклятие растет, смотрите. А, нет, оно уменьшается. Это половина шкалы. Половину шкалы кольцо добавило, что ли. Ничего себе! Так, а это что? Стена. Дырка. Понятно. Ну, просто чтоб проваливался. Ничего тут нету. Не прикольно. О, лучник, ёпты, доблестный. Вспомни лучника, вот и он, Робин Гуд. Так, и... Тише, тише. Огненным мечом они очень хорошо раскладываются. Прям вообще такой распил. Распиливаются быстрее, чем бюджет, блядь. Строительство нашего стадиона, ёпта великого. А там деньги пиздятся с безумной скоростью. Что-то среднее между скоростями звука и света. Камень утраты, ну это, блядь, вообще. Тихо. Вы это слышите? Вот только что. Это кто-то дышит или кто-то... Что-то яд стал ебашить совсем нечеловечески сильно. Что это, блядь, такое? Коровы какие-то спящие. Жопонога рук я бы назвал это существо. Если я тихонько, как мышка на цыпочках, пройду, они и проснутся? Естественно, блядь, проснутся, а хули ты думал?
Что это, блядь, такое? Рука? Какая странная манера вести бой. Дамаг по ним просто не заходит, я вам хочу сказать. Вот стрелы хорошо. Бомба не очень. Ножи заебись. По-моему, я загнался, блядь, в охуенную неприятность. Пиздец, ублюдок. Ваншотни сейчас, наверное, нет? Я тут ходить-то, блядь, не могу. Бегать, вернее. Не то, что драться со всякими уёбками. До свидания. Я пойду просто спизжу, что у вас там было. А вы можете друг другу пальчики пощекотать, сучьи дети. Нахуй драться в болоте, блядь, с кем-то в пизду. Я знаю, что, блядь, это план игры. Поставить игроков, блядь, в самое, самое неудобное положение раком из возможных. Но мне тоже похую, блядь. Не надо как-то, блядь, с ними справляться, блядь. А тут ёбаная, блядь. Да пошел нахуй, ублюдок, сука. Отпусти меня, педрила. Камень очищения, пиздата. Да пошел ты нахуй. Прохода нету, да? Тупик. Пол тоже нигде не дырявый. Вообще тогда не вижу смысла, господа. С вами разбираться, блядь. Два часа муму ебать тут в этом болоте отравленном. Токсин, хуиксин тут. Все, блядь, против меня настроено. Я отравленный, я не могу бегать, и три сильных моба. Ну кто тут будет с ними драться, блядь? Нахуя это надо? Кому, блядь? Чтобы что, я вот не понимаю. Как бы надо, блядь, когда ты игру делаешь, тоже об этом думать. А будут ли люди вообще с ними драться? Если можно подойти, спиздить и уйти. Как бы кому это нахуй? Обосралось-то, блядь. Все, Эстус последний сейчас уйдет, и пиздец. А ты еще кто такой? А, ну это как бы был не конец. Все только начинается здесь. И это тут... Маяк, ёпты, местный. Не, надо, блядь, к костру возвращаться, походу. Здесь костра нету, а я сейчас просто ласты склею. Самоцветов-то, ёпты, нет в этой части. Угли одни. Так, а как бы тут внутрь-то попасть, а? Я слышу, что... Я вижу, что они там... А, во! Блядь, ничего себе. Тут один? Вроде один. Блядь, это пародия на бегемота, нахуй. Как он сейчас по мне не уебал, не знаю. Ну что-то двуручный меч по нему, я скажу вам, тоже, блин, не шибко таки дамажит. Бля, я думал, сейчас он как уебашит. Он, походу, очень неповоротливый. Но в этих тряпках, если он попадет по мне, это будет, бля, пиздец, как больно. Тихо, тихо. Ха-ха-ха, хорошо смотрел. Опа, на нихуя, какие баги. Все, он переехал выше жить. Блять, это пиздец как. Пиздец. Я по нему пробежал. Только не вниз, чувак, только не вниз. Навозные пироги с них падают. Сразу появился смысл их убивать, да, блять, потому что, ну, навозные пироги, это, блять, мой любимый лут. Навозные пироги. За навозные пироги стоит биться. Мантия придворного чародея. Что это такое, блядь? Сколько тут тряпья? Ебать. Ну и говнище.
Не, если буду с магом с каким-то драться, обязательно надену этот халат. Но... во всех остальных случаях его стоит одевать только если ты хочешь умереть по-быстрому. Бесцельность. Пиздёж, наверняка что-то есть. Да, меч, конечно, надо либо зачаровать на что-то, чтобы их... Ага. Мусор, блять, вы чё нахуй, а? Это чё вообще такое? Падает-то здесь. За говнецо. Так, там наверху стоит ПВП. Симулятор. Надо к нему прийти. Готовым, блядь, на все 200. Так, а там еще... А, тут еще мимик. И еще как-то сверху сюда надо упасть на пьедестальчик забрать. Что тут есть? Что-то мимиков в этой части, по-моему, ну очень дохера. Нихуя ты, Ван Дам. Херово, что мимик не бэкстабится, по-моему. По-моему, классическим голландским кикбоксингом владеет мимик в этой игре. Посох придворного чародея, блядь, конечно же. Мантия придворного чародея и посох придворного чародея. Супер. Кто играет магом, можете рашнуть забрать. Так, как там я наверх-то залезал? Слева, да? Ну и два навозных пирога не забудьте выбить. Не, маги будут нормально укладывать эти пальцы-жопы, блядь, создания, потому что они медленно ползают. Просто отбегаешь, кастуешь, отбегаешь, кастуешь. А вот придворный чародей, собственно, кстати говоря. С какой-то хуйней в руках. Что ни хера не похоже на посох, блядь. Придворный чародей, смотрю, на магию-то не шибко, блядь, надеется. А, нет, надеется. Пиздюк ты! Как бы сказали, блядь, русские в американском каком-нибудь фильме. Блядь! Воу-воу. Магов что-то понерфили. Раньше бы он мне половину жизни снял этим кастом. Свиток Логана. Блять, какая же это магическая локация. О. Я вижу. Я вижу прикольную мазу туда запрыгнуть, походу. Сейчас посмотрим, что тут. Вообще, на что это мне напоминает? Это не церковь из старого Нурландо часом? Ну, вроде призраков пока нет. Ну, даже не знаю, спрыгивать ли вниз или нет, потому что, ну, очевидно, что там тоже лежит какое-то магическое говно. Наверное, кольцо на магию. Гнев богов, блядь. Пизда вонючая. Гнев богов, блядь. Магия, блядь, вот она выглядит в этой игре так, что называть ее такими названиями, как гнев богов, громовое, блядь, там, не знаю... Как они там называются? Дайте, бля, посмотрю. Дайте поржу хоть, ёпта. Где они? А, это не то. Так, большой волшебный щит. Ну, понятно, понятно. Осквернённое пламя, желтая плоть. Мощное лечение. Громовой клинок, громовой кол, громовое копье, блядь. Гнев богов, найти указание, искупление. Да, ну, в принципе, гнев богов это единственное, походу, звучное название. Всем остальным даже пользоваться-то не хочется. Особенно разновидностей громового всякого... Нихуя я с первого раза залез. А что у нас тут интересно будет? Что, что мне... Мне-то что-нибудь положили тут интересного или что я, блядь? Ключ от старой камеры использован? Блядь, зачем... А, во. Кто-то все-таки в этой камере загнулся. Хо-хо-хо.
Ну это на увеличение шанса лута, блин, я помню это. Да, говно полное. Нахуй оно в конце игры нужно, если... Вот в начале игры, да, но оно всегда в конце игры где-то находится. Я даже не знаю, из кого бы я еще что хотел повыбивать. Ну, наверное, из берсерков, блядь, весь сет их выбить. Больше-то, собственно... Ну, из черных рыцарей сет их выбить. Но тут как-то нет такой локации, где бы вот черные рыцари прям кучами бегали. По одному их фармить. Даже с кольцом, мне кажется, надоест довольно быстро. Подземелье Иритила. Почему я опять здесь? Ебануться. Охуеть. Охуеть. Просто охуеть. И вторгся еще какой-то осел, блядь. Ну, жизнь-то восстановите мне, ебаный в рот ваш, блядь, а? Пидорас. Да-да-да. Какой красавчик. Заметить, что дамага у него, конечно, дохуя. Есть такая плюха, что у вторженцев только половина эстусов, по-моему. Пидораски, блядь, только и ждали, нахуй. Почему он такой быстрый? Лифта нет. Блять, забэкстабил. Своим ножом. Нахуй иди. Я лучше спрыгну, блять. Ебать, ебать, я не хотел эти вторжения, блять, 24 тысячи душ. Ну, потому что, блядь, начинается вторжение, тебя нахуй начинают мобы дрочить, все это, блядь, охуенно вовремя. Мне так нахуй не нравится, что просто пиздец. Тем более, что там идти-то некуда. Ключи забрал, да и нахуй. Так, что у нас тут есть с этой стороны? Ничего. Блядь, пидораска, ебаный в рот. Кто это сделал? Сука, какой мудак, блядь? Да ты охуел, что ли? Откуда летят, блядь? Из ниоткуда, нахуй, просто бьют, блядь, да? А, из чаши прям, что ли? Пиздец. Вот это да, блядь. Еще и ты здесь, да? Вообще классно. Естественно, таргет, блядь, с нее спал, когда она взлетела. Трудно же его удержать-то, блядь. Моб вверх поднялся, нихуя себе. Вот это, блядь, сломал систему. Ууу, сколько дамага много. Наношу я. Пошла ты в жопу. А тут что такое? Что это за склады? Посмотрите, что... Чашки какие-то, тарелки, что это такое? Руки, блядь. Очень похоже на тех, блядь, которые проклинают, только эти просто огнем бьют. Тоже с фонарями, естественно. Против них, я так подозреваю, огненный меч вообще нихуя не делает. Какой дерзкий тычок кинжалом. Блять, как она сюда-то нахуй пролезла? Я ебал, блять.
Пиздец, что она крышу сломала, что ли? Прыжок не сработал, охуенно. Все по крыльям, да? А крылья у нее это щит. Она каменные крылья это щит, а то что она вся вся каменная это не щит, блядь. Сосан-то тварь, блядь, вот это дрын у нее. Дрын-то не выбить, да? Но здесь кому-то, видимо, блин, дары приносили нехеровые. Кинжал служанки, а так это служанки. Блять, смотрите, поскольку этих служанок тут появляется. Ёб твою мать. По 150 человек, нахуй. Иди-ка сюда, дорогая. Судя по всему, фаерболы отменяются, да? Покрошил просто, просто покрошил. Так, это горгульи что, живые? Нет, слава богу. Вон та живая. Как бы не прилетела. Там лут на конце моста. А вот это что-то осыпается, как будто рухнет. По ней можно, ну это срезка, по ней сбегать можно вниз. По ходу пьесы, я так вижу, что... Дайте лут заберу, суки. Что здесь написано? Прыжок и тогда секрет? Да, прыжок и тогда вы сдохнете. Оценки 44, смотрите, нихуя. Что-то, блядь, не верю я. Такие секреты. Вот если костер где-нибудь рядом был бы... Тогда любой дурак бы, да, скажи, прыгнул. Да, вон, смотрите, влево. Шмык-шмык-шмык. Ну, чё б тогда и не прыгнуть. Блять, с другой стороны, здесь опять эта чаша ебаная будет. Так, дайте глянем. О! А здесь уже все. Здесь уже и дымок. А это что тогда? А это охрана сундука почетная. Бум в затылок. Камон. Камон, everybody. Двигай жопой, сука, падла. Подсеменила за ударом. Готово. Следующее. Бам в хедшот. Блять, дверь развернулась, да? Кстати, лук по ним хорошо заходит. Ты смотри, откуда, блядь, они, а? Берутся-то, блядь. Как попало, хуй поймешь. Блять, хуй заспамишь. Пошла ты в жопу. Да что за хуйня? Блять, да ебать тебя в нос, да сука заебала, блять. Добей ее нахуй, заебанец, сука криворукий, блять, хуесос. Да сколько нахуй можно-то, блять, с ней дрочить тут, блять. Пидорас, блять, сука, беспомощный нахуй.
Нахуй ты это схватил, блядь, а? Нахер, блядь, фаталити, ёпта. Пиздец полный, блядь. Столько дрочева, блядь, с одной какой-то хуйней. А, блядь, ну сколько их там еще сидит, ёб твою мать. Еще штук 20. Откуда они, блядь, пролетают? А это посередине оборачивается, смотрит на них такая. Ты справишься? Он говорит, да, блядь. Ну, чтоб герой не слышал. Что они тоже, типа, в курсе. Бля, вообще заебало. Нахуй их столько ставить здесь, а? Под конец она решила сменить траекторию движения, блядь. Говорит, что-то меня спамят, дай-ка я, бля, влево уйду. Блять, разбежаться, уебать по ним нахуй, заебало. Как замечательно, да? Да, сука, ты пиздишь, блядь, ты рядом не было. А чё, вторую доставать не надо? Старые шлюхи. Мертвого заебут. Так, мимик. Мимик. Заебись просто, блядь. Только сказал, что мимиков дохуя, на тебе. Мимик, мимик, мимик. Ну это, блядь, цепочка под кучей мусора, но я, бля, буду, что это тоже он. Нет, смотри-ка, ничего себе. Уголь. Да ты что? Ничего себе, блядь, откуда столько щедрости, пацаны? Давай, отойдем. Блядь, а если бы я уебал по мимику стрелой, он бы их всех не захуячил часом, интересно? Тише, тише, Ван Дам. Возможно, в этом и была бы суть диверсии. Хуйнуть по мимику стрелой. Да, я сейчас одного мимика оставлю, блядь, и проверю эту гипотезу. Быть не может, чтобы эту толпу надо было в рукопашную раскидывать. Очень заебно. Ржав, золотая монета. Да ебись ты, провались со своей монетой вместе. Так, ну чё, пойдем нахуй, прыгнем, блядь, в обрыв. Посмотрим. Познаем боль, когда тебя наебывают как следует. Хуй бы с ним. 20 тысяч душ не в первый раз. А, чё я, блядь? Муму-то ебу, у меня же вон дохуя этих радости, блядь. Кольцо жертвы, кольцо не жертвы. Ну куда прыгать-то надо? С пьедестала или что? И тогда секрет, блядь. А, друзей, у нас секретов нет. Нате нахуй секрет. Вот и слушай всяких пидорасов. Как говорится. Так, ну чё, по срезочке, пока, блядь, остановился запись начать, уже фаербол мне вкатили. Разогревочный, так сказать, да? Давайте, давайте, шлюхи. Вам осталось... Блять, а там наверху лут, по-моему, да, был? Тихо, тихо. Большой лук грозы Они. Здесь тоже есть Они, как в Том Брайдере, блять. Из какого лука можно эту чашу разъебашить, интересно? Пидорасы. Так, надо уголек заюзать, тут что-то здоровья мало. Тогда нахуй я эсту сьюзду. Ай, в пизду, блядь, господи. Заебала эта местная человечность переделанная. Было ж все отлично, нет. Так, одну ебанули. Похуй.
пошла отсюда. Фу, так. Разъеблись, да? Что-то мне вроде Эсту свернули или что? Я, кстати, осколков не подбирал, что-то я забыл. Не пора ли мне прокачать? Так, надо написать, что он пидорас впереди. Ловкач, чудак, чародей. Пидорас, тут есть слово? Бандит, глашатай, воин, наемник, рыцарь, дракон, демон, гигант, пенящий зверь, пиздец какой. А где лжец-то, блядь? Супруг, впереди супруг, блядь. Ангел. Юноша, блядь. Объекты, техники, действия. Может, лжец тут это объект? Впереди ты, гад. О, нормально. В общих чертах понятно, и ебал я. Все, пошли отсюда. Так, осталось что? Осталось проверить, как мимик... Подружить мимика и старух. Блять, там 5 горгульи, 2 же. Ёб твою мать. Прочесть сообщение. Впереди клад. Какой тут нахуй клад? Там обрыв. Там обрыв. Впереди босс, надо писать. А, там еще одна, кстати. Шапокляк, блять. Опа, за точку в почку. И просраться. Все. Гудбай, Америка. Так, теперь. Горгулька, она где, кстати, висит-то, блядь? Не знаю где. Но вижу, что вон он, киндер-сундучок. Давай, чувак. Не подведи меня. Почему? Он не вылез. Хы. Бабуськи. Блять, ну говно ебаное. Ну такая. Ну так можно было классно здесь сделать, блять. Постеснялись нахуй. Сделать хорошо и правильно. Сделали, как обычно, тупо и примитивно. Опять все мобы друзья, блять. Я думаю, я начинаю думать уже, что то, что, блять, скелеты нападали на того демона, это баг какой-то, блять. Поскольку это, ну, одно из единственных мест, где это происходит. Блять, нихуя он с вертухи уебешил. Ну иди ты нахуй, заебал, блять. Еще и эта пидораска, блять. Ну кому она нахуй сейчас нужна здесь, блять, а? Неужели кританул все-таки по коленочке, блядь? Отъехал. Большой щит славы. Что-то знакомое щит славы. Что это такое у нас? Это 18. Большой щит со струящимся узором, древним знаком славы. Вячеслава, я бы сказал. Щит, наделенный лучшей до своего типа устойчивости, правда, скорость восстановления выносливости уменьшена. Что означает, что этот щит, наверное, не будет носить вообще, блядь, никто и никогда, но нам похуй, мы сделали. Возможно, слава порождает праздность. Навык толчок щитом. Не ослабляя блока, ударьте врага щитом. Вес. Сколько весит это это недоразумение. Блядь. Весит оно, сука, 18,5. Это самый тяжелый щит, да? Даже этот, каменный даже 18. Ну, хавельский щит, по-моему, вообще 20-ку весил. Да. Пониженное восстановление выносливости. Да пошла ты, блядь. Ты ёбнулись, что ли? Кому нахуй нужна вещь, которая понижает восстановление, блядь, выносливости? Вещи, которая нужна для того, чтобы вообще драться и щит подставлять. Ну, тут нереальное количество людей, которые хотят помочь. Впереди требуется броситься. Ну, это гигант Йорм, короче. Это босс, на которого я хотел посмотреть последний год. Давай, гигант Йорм, рви меня на части. Это гигант Йорм. Но он не такой большой, блядь. Это пизда, он вообще обычный. Я ожидал нечто более... Там что, лут лежит? А вот когда он подходит...
Но он становится как бы побольше. Че это у него здесь? Повелитель бурь какой-то, что это такое? Может помочь шторм какой-то? Опа-на, а чё за... Чё за дамаг такой, блядь? Нечеловеческий. Нихуя уебенил меня. То, что у этого босса лежит какой-то лут, блядь, который можно взять, это очень странно. Тише, колонн. Колонн-то не портим. У вас осталось солнце. Иди нахуй, ёпта. Придурок, блядь, мне подсказоньки нужны. Опа. Воу-воу-воу. Изи, мэн. Ну он такой, блядь, пиздец неповоротливый, конечно. Я просто понять не могу, куда его пиздить надо, чтобы он сдох. Опа. Опа. Без дамага. Не вышло. Нахуй иди. Да будет огонь. Шторм поможет повалить великое древо. У него, наверное, к молнии, блядь, нет резистов. А к огню у него резистов дохуя. Не так ли? Гигантер. Блядь, ну мне не успеть нахуй вытащить другой меч, зачаровать его. Проверить. Заебал, ну хорош ты, блядь. Подождите, шторм. Ну, магии, что ли, блядь? Да иди нахуй, чувак, ёб твою маму худел. Блядь, даже косточку возвращай. А, у меня где-то здесь косточка, по-моему, нет? Нет, конечно, блядь. Когда это я их туда ставил? А нахуй, а, ну уголь, ну не знаю. Блядь, чувак, заебал. Прости, господи, ну ты реально заебал. Я так долго ждал с тобой встречи, блядь, а ты... Что это такое? Хоть посмотрю, что это повелитель бурь какой-то, блядь. Может, этим мечом и надо его пиздить, раз тут меч лежит, а? Нихуя я греб. Воу-воу-воу. Да, повелитель бурь, блядь. Повелитель бурь, мощный меч. Чё он делает, блядь? Вот у него дрын. Назвали же меч. Это что-то из Ведьмака как будто. Блять, подожди, кого хуй он здесь? Может надо, чтобы он все колонны сломал, ему что-нибудь на бушку упало. Да, чувак. А, колонн больше нет. Хорошо, давай пойдем трон ломать. Тихо. У меня для тебя есть чудный трон в храме огня. Не желаешь его занять? Да будет огонь. Только шторм может повалить великое дерево. Какой нахуй шторм? Нихуя не понимаю. 150 дамага ему влил уже. Ха-ха, блядь. Я не могу, ну и бой, блядь. Вы чё, ебать? А, у меня же есть золотая смола, блядь, которая нихуя не накладывается на этот меч. Так, давай. О, вот она, золотая смола. Блядь. 40. Хуяся. Блядь, две смолы даже наложил, потому что на аптечке, блядь, надо переключаться. Давай, двойное... О, двойное электричество.
300 ему напиздехал. Не, это серьезно, бред ебаный. Кайфуй. Майфу на ма. Гигант Йорм, блять, натуре обычный гигант. Он гигант не из-за того, что у него рост большой, он просто из гигантов. Дерется какой-то пилой, блядь. Он похож на короля гигантов из второй части. По стилю, блядь, убийства. А как я ему 150 нанес тогда? Куда я ему въебал? А, все. Смотрите-ка, он и без электричества нормально огребать начал. Сука, блядь. Он 180, блядь. Блядь. Какое-то гигантское дерево срубить, только шторм поможет. Может, надо копье из души гигантского дерева взять? Воу. А чё ж, блядь, во второй середине боя будет? Ну, заебал так делать. Я ему уже все пальцы нахуй на ногах отрубил, наверное, блядь. Почему сейчас дамаг не прошел? Не понимаю. Шторм. Какой нахуй шторм, блядь? Чё, блядь, за говно, ебать? Пиздец полный. Столько, блядь, ему нахуй вертел. И нихуя, блядь. Может, надо... Это, наверное, как с ногим ситом. Надо сдохнуть и пойти, блядь... Пойти понять, что, блядь, сделать надо. Может, он после смерти меня куда-то перенесет? Но ногой сит был бессмертен в том моменте. Да, гигант Йорм — это пиздец какое тупое животное, блядь. Косой, кривой, блядь. Ну хуй его убьешь, блядь. Блядь, да, я ебал, убивай меня нахуй, это пиздец. 2 часа надо с ним драться, блядь. Быть такого нахуй не может. Я, бля, просто не могу его 2 часа пиздить, это пиздец как скучно, нахуй. Его можно убить, блядь, так, заковырять его как муравей, блядь, но... Бред, блядь. Чё за нахуй говно? Повелитель бури, что это такое? Этот двуручный меч со сломанным клинком известен как убийца гигантов. Мощь бури, пропитавшая его, способна поставить на колени даже гигантов. Когда-то у гиганта Йорма было 2 таких меча, но один он отдал людям, усомнившимся в нем. А второй дорогому другу. Затем Йорм встретил судьбу повелителя пепла, навык ускоритель бури. А-а-а, блять, чё, с помощью навыка надо его убивать, что? Понятно, пидораска. Ну это, блять, читать надо было. А может, надо починить его? Дай-ка я слетаю, посмотрю, может... Может, кузнец скажет, что... Давай я тебе его отремонтирую. У нас кузнец-то молодец, у него уже и уголь, и гиганта, и хуянта, и вообще... Такой мастер... Да, секрет убийства босса спрятан в подсказке возле трона и в описании меча, получается. Что в бою, блядь, невозможно прочитать, потому что гигант Йорм, блядь, свою атаку не ослабляет.
Ну-ка, почини снаряжение. Нихуя. Вообще, блядь, кто-нибудь хоть раз чинил снаряжение? Зачем эта функция нужна? Кольцо не почини здесь. Повелитель бурь, меч, который не затачивается, да? А, он не закаливается. Но можно как бы заточить его. Титанитовыми чешуями, блядь. Залупой конской его не надо заточить. Залепи дуло, конь. Так, давай попробуем. Все-таки посмотрим, поставит ли это на голени гиганта Йорма, который как долбоеб отдал меч людям. Отдал единственное, что может его, блядь, укокошить, он отдал людям, самым подлым существам в мире. Гигант Йорм, ну, как говорят, хули, мозг большой, ну, тело большое, мозгов маловато. Так, надо угли на хотбар поставить, заебало. Углей накопилось, сраная гора, конечно. Но, да, без всяких но, просто сраная гора углей. Бля, мне бы щит, с которым можно атаку сильную юзать. Щит от огня там сейчас нахер не нужен будет, потому что гигант Йорм огнем не бьет. Физическая сотка. Я правильно понял, что... Да, я правильно понял, что это перевес? Бе-е-е. Дожди, а если у меня кончится вот эта хуйня синяя? Она вообще дохера отнимает. Может, надо было взять один эстус с собой синий. Ладно, этот, в этот раз, если не прокатит, в следующий точно возьмем. Заебал этот момент с этими, блядь, чашками. Нахуя она там нужна, блядь, объясните мне. Нахуя она, блядь, стреляет-то, блядь, пиздец. Ну неужели нельзя дать просто, блядь, добежать до босса, ёб твою мать. Нахуй эти изъебоны нужны. Ну что, Ерномит хуев. Так, сейчас я, значит, кувырочек ему под ноженьки, блядь, и... И не попал. Нихуя не понял. Пиздец. Я ни разу даже не попал по нему этим, блядь. Ну вот попал. И хули дальше. А, эта хуйня юзается без всяких. Даже если у тебя не хватает. Я не понимаю. В чем тут суть, блядь? Че он его на колени-то не ставит? Может, потому что нету маны все-таки? Нету мамы, блядь. Хуй поймешь. Давай телепортироваться отсюда нахуй. Да? Ну как, улетел? В пизду, пока угли юзать не буду, пока не пойму, как его убивать, нахуй, их расходовать, блядь. Блядь, ебанутый босс. Давай попробуем, блядь. Сука, хуй знает, что делать, блядь. Надо идти переливать эстус ебаный. Понял я, короче, что надо делать с этим мечом, он, блядь, не расходует эту синюю полоску, надо просто подержать, а потом отпускать. Тогда не наносить удар из этой стойки, как обычно работают, блядь, эти ебаные мечи. А просто держишь, заряжаешь. Вот, смотрите, подержал, отпустил.
И нихуя, да? Вот, подержал 2 часа, блядь. И нанес 60 дамага, блядь. Не правда ли, охуенно? Я, наверное, что-то, блядь, это все равно нихуя не понимаю, блядь. Че за говно происходит, блядь? Пиздец, полный бред, блядь. А, вот она, блядь. Как юзается. Пиздец полный. К этому мечу надо инструкцию, блядь, прикладывать, господа. Не знаю, почему у меня щит убран, блядь. Даже, блядь, представить не могу, почему он, блядь. Да, вот теперь с Йормом, блядь, подерись. Эстусы так и уходят, блядь. Нихуя не понял, блядь, опять не работает. Заставлять, блядь, драться с ним каким-то, блядь, ебливым мечом, нахуй. Да, ну босс и пиздец, ребята, блядь, я вам скажу, нахуй. Полная хуйня. Он просто не дает, блядь, заряжать. Это ебланский меч. Давай, 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 блядь. Сука, нахуй, сдул меня, блядь, пиздец. Ебать. Ну как попадает-то, блядь? Давай нахуй. Пиздец. Меч что, не надо заряжать постоянно? Он раз заряжается и пизда. Давай, 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 сука, нахуй пошел. Не дал, блядь. Да раз. Надо ждать возможности, блядь, значит, сука. А, меч заряжен. Если меч зарядил, то зарядка с меча не пропадает, блядь, пиздец. А я его каждый раз стою, заряжаю. Говно, блядь. Фу, нахуй. Ну, блядь. Чё можно сказать? Довольно необычно его надо убивать. Кто это говорит? Последнего повелителя. Весь Лотрик. Принц Лотрик, по-моему, она сказала. Блять, а этот меч только гигантов так валит? Пожалуйста, сохрани эту душу. Какую душу? Чью душу? Куда меня телепортнули-то? Чё-то не понял, нихера.
Да, ну, блядь, гигант Йорм — это большое наебалово на самом деле, потому что на в трейлере он был, блядь, просто с небоскреб ростом, а на деле оказался не такой большой. Какое знакомое место. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Чаша клятв. Не знаю, что за чаша. А, я понял, что это. Вон это я где. Ха-ха. Опять эти. Опять я в начале игры. А, говорили, что если ее убить, секретный босс будет. Но теперь, видимо, нет. А кто ей пиздюлей навешал? А куда охрана смотрела? О, блядь, а нахуй я нажал на это? Блядь, 34 тысячи душ у меня. Мы так не договаривались, ребята. Мы так нихуя не договаривались. Пиздоферсен, блядь, что это такое? Нахуй надо. Надо косточку юзать и бежать в пизду. Души. Мои души. Иди в жопу, овца. Опять с овцой с какой-то драться, да ебись, провались еще и с огненным дрыном. Да, блядь. Конечно, нахуй. У меня ни эстусов, нихуя нету, блядь. Боец такой вышел, блядь. Быстрее нахуй меня отсюда, в пизду. Хотя она дверь закрыла, но я думаю, туда можно вернуться. Ссал я, бля, ей в рот. Фу, так, мне не хватает. Там сейчас по 20 тысяч, по-моему, нужно за левел. Значит, мне не хватает... А, будем считать, что 8. Так. Да-да-да-да-да-да-да, блядь, все знают, давай уже. Сука, не хватает. А нахуй мне сила? Мне, блядь, физическая мощь нужна. В принципе, я уже вряд ли буду, походу, носить этот меч двуручный. Потому что, ну, это уже, видимо, конец игры. Уже одна душа осталась. И у меня есть чувство, такое подозрение, что эта душа вот то, что вылезла в храме. Потому что всегда во всех частях и Dark Souls, и Bloodborne, а второй босс, последний босс, он появляется следом за первым. Повысить уровень, давай. Но жизни у меня полоса и так здоровая. Ладно, давай силу, похеру. Мне уже вообще не важно. Странно, что у меня обломков не хватило наточить хотя бы один меч на плюс 10. Вообще отстойно. Ага, да. За Йорма мы можем получить его пилу, блядь. А, это что такое? Большой щит Йорма. Вот он, новый рекорд веса. 20, блядь. Большой щит, которым когда-то давно пользовался гигант ёпта бля Йорм, увеличивает баланс владельца. Будучи повелителем, Йорм рисковал всем и бесстрашно сражался в авангарде. Потеряв того, кого он хотел защитить, Йорм отказался от своего щита. Навык толчок щита. А кого он хотел защитить? Нихуя я не понял. Странно, что в той локации аккурат перед Йормом дают щит похожих характеристик. Только этот только не съедает. Выносливость как бы не препятствует ее восстановлению. В плане веса тут больше. В плане баланса тот самый балансный щит писали. Но
19.8 у этого. Это огромная мачете, которым прежде пользовался гигант Йорм. Когда-то Йорм использовал в бою огромный щит, но потом отказался от него, увеличив рукоять своего мачете для двуручного хвата. Это сделало его атаки поистине сокрушительными. Навык боевой клич. Издайте мощный боевой клич, который временно усилит ваши удары и позволит провести сокрушительную атаку. Пиздец. 185. Вес 19, сила 38. Скейл от силы C. Ну, не очень. Так, у этого баланс... Баланс 19. Блять, вот такие веса, такие у оружий, на каком прохождении, то есть, можно будет их носить? На новой игре плюс-плюс-плюс-плюс, что ли? Ну, серьезно. Влупили, блять. А у этого баланс 19. Ну, такой же баланс, как и у Йорма. Только у Йормовский щит, он как бы... Он не съедает. Ну, я, блядь, уже сказал, эту стамину, короче, не сжигает. Ладно, чё, эту овцу я буду уже мочить в следующей серии, потому что, ну, два босса на серию, это было бы слишком. Да, самое важное, это, конечно же. Это, да, гиганта Йорма кресло. Креслица. Блять, да, такую башку бы хер принес. Ее втроем тащить надо. Гигант Йорм. Ну ты ублюдок. Да, я, конечно, ожидал, что гигант Йорм будет такой, как, знаете, в God of War, что-нибудь огромное, эпичное. Но он, блядь, обычный гигант. И убивается он каким-то, блядь, мечом. Кладенцом, блин, заряженным. Повелитель Король Лотрик. Значит, эта тёлка, да, она вряд ли Король Лотрик, да. Значит, тёлка последний босс, а не гигант Йорм. Ой, блядь, они вот это... Сука, нет. Ёпта, что я сказал? Значит, тёлка это не последний босс. Раз она уже выползла. Welcome home, speak. Снять метку. 130 душ. Чем больше твой левел, тем дороже метка снимается. Охуенно придумали, блядь. Надо было, короче, походу, души копить, а не заниматься растратами на ненужные левелы. Подождите, а я же могу теперь, да, вроде? Да, с этим мечом я могу что угодно носить. Ладно, короче, что-нибудь жми, что-нибудь пишите, все дела.